очень хорошая цена. Блин, в наборе все. Здесь моя радость, мое счастье. Пластиковая фигня. Обман чистой воды. Муа. Почему? Подушки плохо видно. Окей. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет покупочки Фикс Прайс. Та-дам! Два больших пакета, но на самом деле покупочек в Фикс Прайсе сейчас не очень много, точнее новиночек, вот прям таких, что best the best, не так много. Ну и в последний момент я прям рвала то, что очень давно хотела. Я прям рада, что в Фикс Прайсе, и мне кажется, я по хорошей цене купила. Увидите все это. Может, вам первым делом это показать? Та-дам, та-дам. Ладно, давайте начнем с конца. То, что я купила сегодня, прям сегодня зашла и обалдела. До этого были, ну блин, другого качества, вот такие белые коврики. Белые коврики, подножки стелить, из ванны выходишь, и еще я взяла в туалет тоже. И взяла таких 4 штуки. Здесь с обратной стороны они немножко такие, какие-то, знаете, как прорезиненные немного. Ну вот не прорезиненные, а вот какие-то, ну в общем, чтобы не катались по кафелю, да. Мне нравятся, они очень плотные, в отличие от других. Вот там были красные еще какие-то, они были тонковатые, я вам говорила, даже не стала брать. Но на красных, я уже поняла, темных, да, цветах очень видно мусор всякий, да, поэтому... Белые. Стоит всего 149 рублей. Один коврик 60 на 40 сантиметров. Короче, мне понравилось, что он такой набитый, весь такой, это будет красиво смотреться. И я взяла, значит, в туалет и в ванну коврик, да. И если вдруг они запачкаются, я их кидаю в машинку, стираю, и еще два у меня на замену. Ну, получилось у меня 600 рублей, я купила 4 коврика. Мне кажется, что это очень хорошая цена, потому что они реально вот, ну, классные. Вы видите, они у меня прям... такие лежат на руке, набитые. То есть это не какие-то там коврики, которые тоненькие там, да? Эти прям вот, ну, плотные. Кайф! Это просто огонь! Еще я сегодня купила носочки. Эти носочки я купила, потому что я не могла сегодня найти короткие носки. Я под вот это вот шикарное платье. Вот оно красивое. Одела, надела кроссовки белые. И как раз эти кроссовки белые, они прям, знаете, не смотрелись бы с высокими носками. Хотя, может быть, смотрелись, но мне хотелось короткие. И когда зашла в Фикс Прайс, увидела носочки, я думаю, надо взять. Что-то я брала там. Это что такое? Гадина такая. Они здесь силиконовые вот такой. Знаете, как не носочки, скорее следочки. Силиконовая такой штучкой здесь. И прям, по-моему, самое то. Да, всего одна пара здесь, 55 рублей. Нормально, короче, белые должны быть. Так, еще я сегодня крутилась на бигуди, который купила себе новый. Тоже это увидите в обзоре на моем втором канале. Если оно уже на канале выложено, то здесь добавлю. Если еще не выложено, то просто проходите по ссылке под видео на мой второй канал. И смотрите, моя укладка, мой макияж. В отдельных видео все там тестирую, как бы увидите. И, короче, мне... нужно было прям вот такие вот штуки. Вообще, я парочку их выкинула, а сейчас думаю, блин, они нужны, зачем я их выкинула? Я даже взяла две пачки. Серые взяла, девочки, и розовенькие взяла. 55 рублей 3 штуки стоят. Я сегодня крабиками зажимала. У меня крабик там один запутался даже. Один еле открыла. А нужно прям вот такими. Раз просто и защепила, чтобы они держались. Иначе неровная волна там получается. Короче... они, конечно, качество вообще просто отстойного, но зато 3 штуки 55 рублей. 110 рублей 6 штук. А вот я и взяла. Кстати, сегодня давали вот серебряные украшения дарят в Фикс Прайс. Еще я взяла, мне очень понравился набор для творчества бумажной аппликации. Сегодня прям заход такой хорошенький был, прям все полезное взяла, то, что надо. Смотрите, вот так вот выглядит. Увлекательное занятие развивает усидчивость. Здесь в набор входит картонная основа, 5 штук, цветная бумага. Блин, в наборе все. Здесь в наборе у нас и машинка, и кораблик, еще одна машинка, ракета, подводная лодка. Представляете? Способствует развитию логического мышления и мелкой моторики. Короче, смысл, я так поняла, что здесь какая-то липкую основу ты отдираешь, потом берешь цветную бумагу, рвешь ее, мнешь ее, делаешь кружочки, и вот эти вот кружочки ты лепишь на картину. В общем, потом цветные эти штуки, получается картинка. Вот такая вот, например, да, вот такая вот. Я подумала, что я с ребенком со своим с удовольствием все это сделаю, и даже вам сниму на второй канал, как мы это все будем делать. Поэтому...
кто еще не подписан на мой второй канал, понимаете, да, что все самое интересное и важное там. Все подробности, так сказать, там. Так, следующее, что я нашла, это вот такую вещь. Я когда ее увидела, я захотела. Единственное, что белая штука, нам вот это ни к чему. У меня на моей новой кухне, белой, красивой, верхний ящик, он как бы разделен. Уже это входило в кухню, он разделен примерно такого цвета, даже похоже чем-то разделительница. А нижний ящик мы туда кидаем, знаете, ну, то, чем не пользуемся каждый раз, там, тот же штопор какой-то, да, там, половник, там, еще что-то. Ну, хотя половником достаточно часто пользуемся. Ну, не суть, короче, там просто все накидано. Я говорю, мам, давай немного структурируем все, и вот хорошо, если положить туда. И она как раз, знаете, ну, увидите, она прям хорошо становится, но единственное, вот это вот лишнее какое-то становится, ну, вот, может быть, эту я выкину. А, вот эту оставлю. 149 рублей. Так, ну вот, смотрите, верхний у меня вот так, видите, по цвету вообще прям идентично, вот, и вторая у меня идет вот так вот, видите, все разбросано, и я хочу сюда положить, она где-то вот до сюда, сейчас все уложу и покажу, как будет. Так, смотрите, девочки, все, убралась я. Вот так теперь это выглядит. Ну, мне кажется, что более упорядочено все. Понятно, что какие-то вещи вот, ну, тут даже удобно, чтобы немного хаотично было какие-то, да. А тут более так сложено. Еще вот сюда вот палочки положила. Ну, мне кажется, короче, так больше порядок, вот, чем разбросано. Мне так больше нравится. Так, следующая моя находка, моя радость, мое счастье, девочки. Я уже вам о них говорила. Это вот эти вот пластмассовые штуки. Сейчас я вам расскажу историю. И почему такая сильная радость у меня? Здесь 3 штуки, на самом деле я купила 12 штук, это 3 вот остались, и они тоже пойдут в применение. 55 рублей стоит одна вот такая штучка. Когда я купила такие штуки, я не знаю, что это, для хранения, такие пластмасски для хранения обуви, невысокой обуви, то есть от шлепок до кроссовок, так, да, или невысоких ботинок. Мне их нужно было немножко, я взяла буквально там 4-5 штук, наверное. Когда мне сделали гардеробную, у меня целый вот такой вот стеллаж, да, для обуви. И сейчас как раз-таки погода, когда шлепки, кроссовки там, да, и невысокие ботинки вот будут, да, очень удобно. У меня становится, ну, вы увидите, у меня становится по 4 штуки, по 4 пары становится в один отсек. А если без этих штучек, то только 2. То есть в 2 раза больше экономит мне место. Вдруг я решила, такая думаю, ой, их мало, их надо взять больше. Посчитала, думаю, мне 10 штук как минимум нужно. Давай их искать. Зашла на Джум. Девочки, 800 рублей одна вот такая штука стоит на Джум. Я сначала не поверила. И это самая низкая цена, чтобы вы понимали. 800 рублей вот такая вот. Я хотела белые все купить. Думаю, поменяю. Но если они по 55 рублей, ну куплю 20 штук. Как бы, да? Нифига. Белый там еще дороже, короче, там еще надо найти эту белую, она будет стоить вам 1000 и 1000. Я не знаю, почему так на Джум, это очень мне показалось странным. Ну ладно, не суть, Фаберлик, 300 рублей, так, ну она не такая, она чуть-чуть другая, но 300 рублей, пластиковая фигня. Алиэкспресс захожу, девочки, самая дешевая там 90 рублей, самая дешевая. Это не белого цвета, это вот какая-нибудь розовая, оранжевая там или что-нибудь такое. Я обалдела, думаю, блин. И смотрю, у меня написано, что я по 55 рублей их покупала. Думаю, блин, вот бы найти еще, да? И как-то не обращала внимания, думала, что их все разобрали. И тут я захожу в свой фикс прайс и просто вижу, что там лежит их много. И лежат розовые, я не хотела разнобой. Я взяла все розовые, которые там были, их было 6 штук. И думаю, блин, там еще оранжевые были, но они мне, ну, оранжевые вообще мне цвет не нравится, да? И я думаю, ну ладно, возьму голубые, если что, наверх куда-нибудь положу. Короче, не суть важно, я взяла 12 штук. Вот у меня 3 остались. Сейчас захожу в каждый фикс прайс, смотрю их. Если найду вот этот припудренный розовый, я куплю их обязательно. А вот эти голубенькие кому-нибудь отдам. Маме, брату, потому что это реально очень крутая вещь. И самая дешевая цена в фикс прайсе. Вот за это спасибо фикс прайс. Это просто счастье мое. Такие штучки. Вот, смотрите, мои хорошие, да, везде, где есть вот эти вот штучки, раз, два, три, ну, сюда 4-я поместила, ремни сюда положила временно пока, да, вот здесь 4 обуви, здесь 4 обуви, здесь тоже вот вместо сюда одну, а если без нее, то 2, понимаете, только стоит, и все. Вообще, это спасение. У меня тут 2 синие, вот остальные, 3 синие, вот они, и вот я докупила, и вот у меня было, как видите, очень много. Становится это дело очень просто, вот. Одну вот так, другую вот так. На кассе, кстати, молодой человек такой спрашивает, ой, а что это такое, для чего? Я говорю, это вот так вот. Хранить обувь. Балеточки мои.
Ну, то есть, видите, да, самое высокое, что у меня так хранится, это вот эти, по-моему. Нет, вот эти. Вот эта обувь. Ну, помещается. То есть, то, что поместится вот сюда вниз, сейчас, ну, босоножки аккуратно могут свалиться. Вот, что помещается по высоте вот сюда, то и встанет. Ну, может чуть-чуть подняться, потому что она гнется такая, видите? Короче, очень удобная штука. Так, вот что еще вижу. Пока лето, пока яркие краски, 55 рублей. Наборчик вот такой вот. Мне очень понравился. Здесь у нас 4 такие, ну, подстаканники. Вот. И они в виде вот такого. А, лимонка. Ой, надо было 2 брать. Арбузик. Это киви или что-то такое, да? И вот вообще... Такие классные. Они с другой стороны вот такие вот, ну, чтобы не катались, да, и ставить. Ну, просто, мне кажется, они просто лежат, просто красивенькие, да? Вот кто-нибудь в гости зайдет. Я все время, кто-нибудь в гости зайдет. А на самом деле, когда гости приходят, вообще не до вот этих штук. Но они прикольные, мне понравились. И недорого. Так, что у нас тут еще? Заходила я. А, туалетная бумага, ватные диски закончились. Обязательно там взяла. Беру ватные диски. Какие-то тут мягкие, но вообще люблю прошитые. Но они, короче, типа прошитые. Нормальные, короче, меня устраивает. Дальше. Охлаждающий пластырь медицинский при температуре и перегревании, при головной боли и усталости оказывает тонизирующее действие. 99 рублей. Вот такая новинка. Разных цветов. Я взяла розовый, там голубой, зеленый есть. Я так понимаю, один пластырь входит? Нет, не один. Два. А, 2 штуки, 2 пластыря. И я так понимаю, что он какой-то здоровенький здесь, девочки, если честно. Здоровый. Слушайте, ну заболит у меня голова или будет температура, надо проверить. А что, просто так не буду я его расходовать. 99 рублей. Считай, 50 рублей одна штука, да, 49 рублей. Не хухры-мухры. При температуре и перегревании, при головной боли, усталость. Она, наверное, холодненькая. А, охлаждающая. Да, но холодненькая написано, охлаждающая. Она, наверное, холодненькая. Короче, она, наверное, да, холодненькая. Какой-то делает эффект такой. Ну, я взяла парочку. Пусть лежит, я люблю какие-то такие интересные лайфхаки. Лайфхаки. Годен до 2023 года аж. Поэтому, я думаю, мы обязательно с вами его как-нибудь затестим. Так, еще мне понравилась вот такая штучка. Так, Мила, только чеки мои не трогать, ясно? Я тебя знаю. Любит мои чеки все куда-нибудь поныкать, а потом ищи с вещей эти цены. Вот, USB мне очень понравилось. Вот такое вот. Только единственное, что в основном все там идет. На iPhone 5. Такая, знаете, стандартная. На мой нету там, да, на Huawei. Там такая ровненькая, короче, не суть важно. Но хотя бы обычная USB я нашла. Их 2 штуки всего было, да? Среди... 20, наверное, всех вот этих 2 штуки было обычные на USB. Давайте откроем. У меня, по-моему, Таня тоже себе такую взяла, проверила, там все работает. 77 рублей. Откручиваем. Мне понравился цвет. Оно тканевое и цвет такой красивенький. И, в принципе, все время вот оно где-то что-то теряется. А у меня очень много всего на, ну, обычной USB-шке, да? Вот. То есть сюда вот, сюда вот. Стандарт. Вот такая она цветная. Вот. Радуга. Как радуга. Но оно такое, знаете, ну, плотненькое. То есть, не это, видите, оно держит форму. Не такая мягкушка там такая. Ну, прикольно, короче, пусть будет. Всего-то 77 рублей. И еще, я взяла на пробу, так как у меня сейчас шкаф, да, и очень много одежды, например, зимней, они прям занимают много места, прям хочется как-то уменьшить. Я взяла несколько вариантов. Значит, вакуумный пакет с ароматом розы. Что-то новенькое. У меня где-то должен быть насос. Насос надо найти. Я его, блин, постараюсь найти, конечно, чтобы вам заснять хотя бы что-то. Уменьшает объем до 70%. Надежная защита одежды, постельного белья от влаги, пыли, пятен, плесени и моли. Я как-то уже брала, но суть в том, что здесь с вешалкой. Откроем, покажу, занюхаем. Здесь с вешалкой. Вот я что взяла. Там были обычные. Блин, захочешь открыть, не откроешь. Вот где хоть надрезик один? Я не люблю, когда нет надрезика. Так, смотрите. Одна. Сколько стоит? Одна штука. Так, что-то цены не вижу тут. И что? Здесь просто с клапаном. Блин, это не то.
Это я взяла, не посмотрела. С ароматом розы. Лады, понюхаем. Понюхаем хотя бы. Какое обманово. Где аромат розы? Девочки, это просто... Слушайте, вот с этими на самом деле уже... Вот это аромат розы? Вот это аромат розы. И что он делает? В какой момент аромат начинает ароматить? Может, внутри? Давайте откроем. Как открывается вообще? Меня начинает подбешивать это. Я сразу вспомнила ту историю, где сказали там два пакета или что-то, насос какой-то там в подарок. Ну, внутри есть легкий аромат. Ну, вообще беспонтовщина, честно. Там такой аромат розы, знаете. Не сказали бы, что здесь есть аромат розы, я бы не сказала бы вообще, что здесь есть какой-либо аромат. С крючком, вот, 55 рублей, с крючком. Нужно брать с крючком или хотя бы, чтобы была возможность свою вешалку засунуть сюда. Здесь нет возможности такой. Так, вот, с крючком, смотрите. Получается, мы засовываем сюда, да, что-то маленькое, да. Ну, или хотя бы запихиваем. Где крючок? Почему он где-то снизу? Короче, вот такая штука. Даже закручивается. И вот здесь крючок. Ну, можно попробовать какую-нибудь шубку, да? Засунуть небольшую. А, клапан получается здесь наверху, да? То есть мы все вытягиваем, а потом вкручиваем и закручиваем. Все понятно. Вот хотелось бы попробовать мне это, но мне надо найти насос. А это, извините, у меня непростая задача в моей квартире. Я еще насос не видела, пока разбирала вещи. Так, я еще один такой купила, хотела, ну, два попробовать. И что? И еще один с ароматом розы. Да твою ж нехай. Зачем я взяла? Знаете, почему взяла? Потому что вот здесь вот на фотографии нарисовано, что здесь все висит. И вот вам, пожалуйста. И как же ты сюда это повесил? А это не оно, понимаете? На картинке это висит как раз-таки вот сбоку здесь. Обман. Обман чистой воды. Ну что делать? Все, я уже привыкла к такому разочарованию иногда. Все, мои хорошие, вот такие покупочки были в фикс-прайсе. Честно, я была в 3-4 магазинах. Это все разные дни, то, что я купила. Ну, сами понимаете, да? Там к школе сейчас очень много дневников, ручек, тетради, пластилины, все такое. Но я же не буду это брать. Зачем мне это сейчас брать? Мы в школу пока не идем. А так, чтобы вот прям порадовать меня, не так много. Поэтому я с горем пополам вот нашла. Но я счастлива. И самое вообще мое счастье — это коврики и выгодная покупка вот эти штуки. Это я всем советую, реально. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного, также проходите в инфобокс, там ссылка на мой второй канал, если кто-то еще не подписан. Обязательно подписывайтесь, я вас там всех жду. И до новых встреч, пока-пока!